Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, у нас сегодня расклад на тему «Что происходит у вас за спиной?». Давайте посмотрим, ваши друзья, ваши недруги, кому можно доверять, а с кем быть осторожным. Некие подсказочки для вас. Итак, мои дорогие, давайте начнем. У нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас, значит, это ваш расклад. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, на моем канале есть видео на эту тему. Я надеюсь, что каждый найдет подсказки для себя. Какая яркая, какая мощная. Какая интригующая женщина. Вот действительно женщина, таящая в себе тайну, да, она сама вышла, она сама пожелала, да, дабы мы ее не упустили, не пропустили. Ну, девочки, я вам скажу, что, конечно, обладаете вы мощной энергетикой, очень сильной. Такое женское начало, очень развита интуиция, возможно, даже есть способности, есть тяга, есть лечение к всему эзотерическому, к всему, да, что не видит глаза, но чувствует сердце. Женщина, несущая огонь в руках, очень яркая, очень такая интенсивная, за ней тяжело угнаться, она очень стремительно идет вперед. Здесь идет момент, что, конечно, вы безумно нравитесь мужчинам, но вы как-то очень даже осторожны. Ваш огонь в руках удержать сможет не каждый. Не каждый мужчина обладает такой силой. И многие просто смотрят издали. И это, знаете, такой вот факт, да, что вот смотрят издали. И, наверное, даже боятся где-то подойти. Не чувствует себе сил, что могут удержать такую женщину. Давайте посмотрим еще. Здесь женщина, которая обладает такой интуицией мощной. Очень тяжело манипулировать, какие-то игры играть. Вот такое, да, срабатывает подсознание, чувство, что где-то что-то нечисто. Но также я и могу и сказать, что эти женщины, когда они влюбляются, они просто полыхают, они горят. Здесь идут такие душевные метаморфозы, как-то отключается, возможно, где-то мозг, да, и мы такие умные, такие мудрые. Но когда мы влюбляемся, мы ломаем дрова, наступаем на те же грабли и даже, можно сказать, на них танцуем. И да, мы этот опыт помним, мы это все знаем, но все равно ждем новую любовь. И надеемся на все самое-самое лучшее. И надеемся на того мужчину, который действительно сможет вот этот огонь в руках удержать. Удержать, знаете, дабы он был не огнем, а таким полыхающим ярким цветком в руках этого мужчины. Ну, давайте посмотрим еще ваше состояние сейчас. Ваше состояние. Вы очень соблазнительная женщина. Очень яркая, очень красивая. И вы знаете, возможно, в неких разочарованиях жизненных, в таких, знаете, разочарованиях в отношениях, где-то подкашивается вот это четкое осознание, да, того, что я яркая, я достойная всего самого лучшего. Где-то оно подкашивается, где-то мы для себя какие-то мысли допускаем, что вот что-то не для меня, это не для меня, это я не потяну, это не мое. Но я вижу, что эта женщина может справиться с любым мужчиной, даже очень сильным и мощным. Может обыграть его в любой игре. Но я бы сказала, что, конечно, да, вы мужчинам действительно очень нравитесь. Вы очень сексуальная, привлекательная, такая горячая женщина. Но почему-то идет момент, что я как хочу переступить какой-то обман. Вам получается, да, перешагнуть какой-то обман. И что? Да, и прийти к чему-то лучшему.
Вы знаете, что, возможно, вы были в каких-то или болезненных, количеобразных, качелеобразных отношениях, манипулятивных, и как-то, вот знаете, смогли выйти из этого всего, перешагнуть, переступить. Здесь такое ощущение, что, возможно, есть в вашем окружении мужчина, который все, знаете, как бы желал, да, выиграть в вашей партии, да, в вашей игре. Как-то все желает вас как-то... Знаете, какой-то манипуляции, какой-то обман, как-то какие-то мысли у него вот такие. А вы как перешагнули через этого мужчину? Кого вы оставили позади? Кого оставили позади? Потому что этот мужчина, он просто негодует. Он просто там, ну, с него просто дым идет из этого мужчины. Он просто горит от вашего огня. Такое впечатление, что вы или отказали кому-то, какому-то мужчине, но просто идет момент, что вы его перешагнули. Вот так вот просто смелым шагом перешагнули какого-то мужчину с его манипуляциями, желаниями, непонятно с чем. И пошли дальше, пошли в свое прекрасное такое наслаждение просто, да, и прекрасно себя даже чувствуете. Это могут быть или какие-то бывшие отношения, или просто мужчина, который все, да, желает как-то протолкнуться к вам. Очень вы его маните, соблазняете, но... Как-то вы ему не по зубам, этому мужчине. Все-таки он как-то слабоват, да, казался. А ему казалось, что он вот сможет все, что он как-то сможет вас покорить. А на сегодняшний день этот мужчина как-то о вас очень много думает. А этот мужчина о вас как-то, знаете, выбросить из вас такую вот прекрасную не может из головы. Не отпускает каких-то надежд все-таки быть с вами, все-таки как-то с вами войти в пару. И да, здесь очень сильное притяжение у этого человека и много-много-много мыслей о вас. Где-то вы кому-то, знаете, где-то поправили корону, где-то вы кому-то указали его место, где-то вы как-то непренебрежительно отнеслись к мужчине. А ему казалось, что ни одна женщина вот не сможет устоять перед ним. Где-то, знаете, ваше поведение в глазах этого мужчины выглядело именно так, что я вот такой вот раскрасавец, я вот такой вот сейчас приду, она будет там охать-яхать. А она вот так вот взяла, перешагнула через меня и пошла жить свою прекрасную жизнь, но без меня. И оставила меня в таких мыслях, догадках, каких-то мучениях и страданиях. Ну, молодец, что я могу сказать. Женщина, несущая огонь. Женщина, которая в себе даже очень уверена и очень хороша собой. Безусловно. Вы знаете, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на манипуляции других людей, которые будут заставлять вас думать, жить и размышлять так, как нравится им. Живите своей жизнью. Я вижу, что эта женщина прекрасно с этим заданием справляется. Итак, мои дорогие, но я думаю, что этот мужчина у нас еще появится в раскладе. Давайте будем смотреть дальше. Итак, давайте посмотрим, что у вас на работе, да? Что вас думают и что вас говорят на работе. Ой, женщина солнца, вы очень приятный человек, вы такая веселая, яркая, приносите хорошее настроение даже в дождливый день, но у вас есть такой момент, если у вас хорошее настроение, у всех будет хорошее настроение, но если у вас плохое настроение, вы будете сжигать все на своем пути, все, что вам не нравится. Здесь женщина, которая живет некой своей внутренней искренностью, ей тяжело притворяться, в ней слишком много энергии, дабы она как-то приспосабливалась к кому-то. И потому вот она входит, она вносит свою энергию вот в помещение, да, в коллектив. И я бы сказала, что вы женщина очень яркая, привлекаете к себе очень много внимания. Что вас думает на работе? Ой. Так. Знаете, в такие моменты, какие-то затруднительные на работе, вы, наверное, единственный человек, который сохраняет какое-то самообладание, хорошее состояние духа и веру в то, что все будет отлично, что все будет хорошо. Вот я бы сказала так, что как вас воспринимают на работе, как человека очень позитивного,
как человека, вот, который вот во всем видит какое-то что-то хорошее, да. Но если уже плохо, пусть оно сгорит все огнем, да, пусть эту крышу снимет с этого здания, настолько идет шторм. Очень характерная женщина, очень интересная. И вот я бы сказала, что вы нравитесь людям за то, что даже в каких-то критичных ситуациях, когда, да, возможно, действительно есть о чем подумать, вы вот как-то не опускаете руки, а, возможно, наоборот, более сосредотачиваетесь. И в таких ситуациях обладание, сохраняете, да, некий баланс, некую гармонию. Вообще на вас вышли очень сильные карты. Вот люди о вас хорошего мнения, очень даже хорошего. И да, здесь есть такой момент, что такое впечатление, как ждут вашего шага, дабы этот шаг обсудить. Вот я вам скажу честно, что за спиной вот на работе о вас говорят. Говорят, как, знаете, о человеке, который вот делает первый шаг. Вот как первоцвет, как подснежник. Вот пусть он расцветет, да, а за ним мы будем цвести. Все цветы краше, умнее, там, лучше. Вот все будем цвести, но потом, после нее. То есть идет вот какой-то такой момент, что женщина, вы делаете шаг, как-то ваш шаг разбирают по запчастям. Вот что вы сделали, как вы сказали, как вы себя повели. А потом уже на фоне ваших каких-то проб и ошибок вот действуют сами. И вот потом говорят, вот ты сделал неправильно, а вот я вот сделал правильно. И, возможно, вот такой человек, он и есть в вашем коллективе, то есть который все время себя как-то выталкивает, да, все время себя как-то показывает. И я вам хочу сказать, что здесь даже не конкуренция, а здесь вот такой момент, да, что я хочу так, как она, я хочу ярче, чем она, я хочу лучше, чем она. Но сказать, что этот человек вот несет негатив, я, ну, вот не могу сказать. Но некая такая, знаете, агрессивная позиция в вашу сторону, она может присутствовать. Я не сказала бы, что она вообще как-либо колышет вашу энергию, вообще никак. Но человек как сам создает свое вот такое, знаете, неприятное энергетическое поле. И почему? Потому что вот желаю так, как у нее, и лучше, чем у нее, понимаете? Желаю взять, возможно, ее какие-то идеи. Вот идет такой момент. Пусть она, да, как первоцвет, первый шаг сделает, а потом я ярче, я лучше, я краше. Вот такой какой-то момент здесь может быть перед начальством. То есть сидит, ноги забросит, ничего не делает, а начальство появляется, такой работящий, так показывает, что он что-то умеет, что он что-то знает, какие-то ваши высказывания, какие-то ваши слова, знаете, может втыкать там и рассказывать, что он вот такой молодец. Или она такая молодец. Ну, то есть здесь такой момент войти в дверь, которую открываете вы, взять результат, который достигли вы, какие-то слова, умные вещи, знаете, повторить за вами, как-то идти вашими следами, наслаждаясь каким-то уже вашим проделанным трудом. Здесь может такое быть, есть такой человек. Но сказать, что он каким-либо образом, знаете, давайте посмотрим, влияет ли этот человек вообще на вашу жизнь. Ну, девочки, по справедливости, все очень видно, все всем понятно, все все видят, и всем будет воздано по справедливости. А этому человеку, который вот так вот, да, идет по вам по следам, это говорит о том, что вы все-таки впереди, а этот человек смотрит вам в спину. И это его именно и раздражает. Но карты указывают на то, что будет воздано по справедливости. То есть каждый получит свое по своим знаниям, по своим умениям. И да, хитрость этого человека – это, возможно, все, что у него есть. Но нет у него тех знаний, нет у него тех умений, рвения, знаете, трудолюбия какого-то. Но есть хитрость. И вот этой хитростью он и живет, этот человек. Иначе он не умеет и не может. Но сказать, что этот человек несет какую-то угрозу вам – я не вижу. Идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас происходит. По три карты будем оставлять. Начальство, да? Давайте посмотрим, что же начальство у нас там, как оно... Что оно воздумает, начальство? Mm-hmm.
Вас определенно замечают. Возможно, в вашем начальстве есть мужчина, человек, мужчина, вот именно мужчина вас видит очень такой женщиной, одаренной, полезной, ресурсной, которая вот в полном объеме, возможно, держит вот это все ваше дело вообще на плаву. То есть такой момент, да, что вас все-таки оценивают, видят ваш вклад, видят ваши способности. И оценивает их, конечно, по достоинству. По достоинству, не по достоинству, но потерять вас все-таки боятся как сотрудника. Давайте посмотрим еще. Я извиняюсь. Итак, начальство. Как к вам относится начальство? Защищать нужно, не отдам никому. Вообще-то боятся, что вас уведут. Что вас уведут, что вас переманят на другую работу, что вам что-то лучшее предложат, что как-то, да, смогут вас забрать. Потому что идет момент, да, что вы все-таки заслужили на свое место. И если решать по справедливости, на вас очень многое держится. То есть вы действительно женщина ресурсная, которая на работе очень хорошо справляется со своими делами. Ну, давайте посмотрим еще начальство. Ой, девочки, знаете, за какими-то ласковыми разговорами, за каким-то желанием как-то, да, все-таки вас где-то промотивировать, все-таки скрывается такой момент, да, они прекрасно знают, что где-то они вам недоплачивают. Они прекрасно знают, что где-то ваш ресурс, да, и с большей мерой даже, чем нужно, используется. И здесь идет момент, что вот ты наша, мы как семья, мы родные, мы вот такие, знаете, какие-то слова манипулятивные, возможно, со стороны работодателей, что мы как семья, мы вот так дружны, мы должны работать на одно общее, и все вот такое, но это вот это такой обман, знаете, это такая игра, это такая своего рода манипуляция. Ну, конечно, я бы сказала, что вы видите это все, вы это все понимаете. Здесь идет, может идти момент и недоплаты, здесь может идти момент и вот таких вот каких-то разговоров, даже, возможно, в какой-то степени раздражающих, потому что, ну, какая мы семья? Вы платите, я работаю. Вы хорошо платите, я хорошо работаю. Вы не хорошо платите, ну, я ищу, значит, что-то другое, потому что у меня своя жизнь. А здесь вот такая, знаете, игра, как вот нет-нет, ее как-то нужно удержать, ее как-то нужно, но при этом не доплатить где-то, но при этом где-то что-то, да, какой-то обман и свой интерес все-таки сохраняется, безусловно. Даже если вы очень, да, хорошо думаете о своем начальстве, я вам скажу так. Кто решается оставить работу? Потому что здесь есть такой момент, что вы свою работу переросли. Здесь есть такой момент, что вы можете больше, что вы можете, знаете, что вам что-то иное еще суждено, что это вот не предел ваших возможностей, ваших желаний и ваших перспектив. Вам что-то светит лучше, вам что-то светит иное. И они так боятся, что вы уйдете не зря, потому что, возможно, о вас уже кто-то говорил о том, что вот или на другую должность, в другой отдел, в другую компанию, да, что вы интересный сотрудник, что вас могут переманить. И ваше начальство об этом, знаете, вот как-то задумывается. В любом случае, я вам скажу, потому что здесь все-таки расклад общий, и говорю так, как вижу. Здесь может пройти такая ситуация. Если вы решаетесь на то, чтобы оставить эту работу, вас ждет большие перспективы. Вы сможете найти работу лучше, которая будет лучше оплачиваться, и перспективы побольше, и какие-то, да, возможности. Это все будет еще в вашей жизни. Даже если сейчас вы не видите такой возможности, эта возможность появится у вас. Возможность новых каких-то перспектив или на этой работе, или на работе иной. Но это вот не предел ваш, это точно ваш путь, он дальше, ваш путь, он как-то, знаете, здесь я бы даже сказала, что будет какая-то возможность перейти на другую работу, на другую должность, какой-то подъем по карьере или какая-то перемена. Но я вам скажу, что начальство, которое сейчас, оно как-то
Вот опасается этого, опасается, но как-то защищает свою позицию, потому что здесь, на этом месте, где вы сейчас работаете, вы очень такой продуктивный работник, и вас не хотели бы терять. Но дело в том, что карта указывает на некие новые перспективы у вас в работе, перспективы, которых знает начальство, и которые обязательно придут. И это может быть или повышение здесь по работе, или вот иная работа, другая работа, которая будет для вас более подходящей, более творческой, возможно, работе, которая вот позволит вам как-то развиваться, идти и продвигаться по карьерной лестнице и зарабатывать больше. Итак, идем дальше. И смотрим мы, как к вам относятся женщины. Как к вам относятся женщины? Какой они вас видят? Как к вам относятся? В общем, да, давайте посмотрим. В общем. Женщины видят, что вы нравитесь мужчинам. Вы знаете, много таких каких-то моментов, которые заставляют женщин задуматься, а чем вы нравитесь мужчинам, да? Вот чем? Ага, прическа, походка. Что в ней лучшего, чем у меня? Здесь идет такой момент, да, вот какого-то расстроенного даже состояния, да, то есть женщины расстраиваются, когда в обществе вместе с вами находятся, да, на вас обращают внимание, а на них нет. И вам, возможно, покажется, ну, и на них внимание обращают, и девочки, возможно, обращают не те мужчины, которые им нужны. А вот вас видят, возможно, да, у нее и пара там есть, и мужчина есть, а вы, например, свободная женщина. А почему-то существует вот какое-то, да, что вы вольны выбирать, что вы вольны выбирать. Что думает о вас? Очень много мыслей, и мысли эти такие разные. Кто-то считает, что вы в некой степени и обладаете магическими способностями, кто-то считает, что вы одаренная женщина, да, а кто-то считает, что над вами не подвластно время, что вы очень хорошо выглядите на свой возраст. И вот все эти какие-то моменты, они, знаете, какой-то, ну, зависть здесь вся присуща. Такая, знаете, осьминожья, которая вот буквально, знаете, спутывает человека по рукам и ногам, и даже человек, который к вам хорошо относится, у него бывают такие моменты вот такой зависти, зависти, что у вас есть, а у него нет. Но это нормальное состояние, когда вас видят конкурентку, прекрасную, красивую женщину, и иногда мы на женщин даже обращаем больше внимания, чем на мужчин, то есть мы берем с них пример, и здесь идет такой же момент, что, возможно, в какой-то степени прислушиваются к вашим советам, а в какой-то степени берут с вас пример, как вы себя ведете с мужчинами, и вас наследуют. Как вам относятся женщины? Вот все, знаете, о мужчинах речь идет. Все о мужчинах, а женщины вот книгу читают, да, и хотят такого движения, как у вас. Да, они вот видят, что в вас влюбляется, вот смотрите. Даже если вы без пары, даже если вы уже давно без пары, здесь идет момент некого, как вы общаетесь с мужчинами. Берут себе на заметочку, видят и замечают, что вы мужчинам нравитесь, видят и замечают, что вы хорошо выглядите, молодо, что время над вами не подвластно, что есть у вас какой-то секрет, какая-то, да, магическая сторона у вас присуща. И как-то хотят узнать ваши секреты, да, секретики, как вы ухаживаете за собой, что вы делаете, как вам удается сохранить свои внешние данные, как вам удается сохранить внимание мужчин к себе, почему так на вас обращает внимание. Вот женщины интересуются. Вы посмотрите, какие карты вышли. Одни мужчины, то есть женщины, смотрят, знаете, даже с какой-то болью в глазах, с каким-то огорчением, да, вот смотрят просто, ну почему так, почему ей все, да, а мне ничего. Хотя, возможно, у нее тоже все есть, но у нее, возможно, нет чего-то одного, что присуще вам. Красивые волосы, стройные ножки,
какая-то, да, легкость в поведении, в общении с мужчинами, некая непринужденность. А вы знаете, как иногда бывает, когда женщина в паре и завидует вам, что вы свободны, потому что, возможно, у нее в отношениях не все так легко и просто. И она хотела бы просто свободы, которая есть у вас, например. Свободы выбирать, свободы, знаете, решать, свободы как-то принимать внимание других мужчин и наслаждаться жизнью. Что думают о вас женщины? Угу. Вот ничего ее не сломит, эту женщину. Какие бы вороны над ней не летали, она вот такая, свободная. Вы определенно видящая дальше, мудрая женщина. Вас видит мудрой женщиной. И эта мудрость вот и в вашем поведении, в вашем внешнем виде, в вашем общении с мужчинами. И вы знаете, что я бы даже сказала, что в трудные моменты идут к вам где-то пожаловаться или за каким-то советом. Все-таки видят вас женщину очень такую одаренную и мудрую, именно которая вот может дать хороший совет. Да? Сильная, сильная женщина. Настоящая императрица, как женщина, которая создает себя сама. Вот, да, я бы сказала, что некой вашей независимости, гордости и вообще вашему внешнему виду. Давайте посмотрим, а есть ли вот какая-то вот такая женщина, да, которая, возможно, какой-то вот действительно негатив от женщины. Есть? Какой-то негатив. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то негатив от женщины. Покажи нам, да? Вы знаете, есть такой негатив, но почему-то он недосягаем, да? Вам как хотят вот устроить какую-то ловушку, а вы ее как раз и перешли. Даже не заметили, да? Раз и перешли, раз и как-то исправились, да, и силы вам хватило, и с какими-то словами справиться, и какие-то манипуляции обойти стороной. Но я вам скажу, что да, какие-то козни вам, конечно, строят, но здесь вот такое впечатление, что вы, возможно, даже где-то и не замечали. Ну, там, споткнулась, подумаешь, да, вот так вот вы. Я вам скажу, что эта женщина как-то сама с собой разобраться не может. Сама с собой, знаете, этот негатив, он возвращается всегда к ней. Вот такое впечатление, что если даже человек хочет вам что-то где-то накозничать, вы очень вот как-то, знаете, вот на этих ходулях перешли вот эту преграду и пошли себе дальше. И силы вам хватает справиться со всеми наговорами, сплетнями и со всем остальным. Этот человек остается сам с собой, понимаете, колотиться, вариться в своей же негативной энергии. Если даже есть, я не вижу такого влияния именно на вашу жизнь, чтобы оно действительно было. Итак, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим дальше. Так, это у нас были женщины. А теперь давайте посмотрим мужчина. Мужчины, как к вам относятся мужчины? Что о вас думают мужчины? Давайте посмотрим. Ой, а вот здесь у нас вышел вот этот мужчина, о котором мы сначала говорили, да? Хотела держать победу, а получилось, знаете, хуже некуда. Вот так вот. Прям потеря. Вы знаете, что, возможно, действительно, или какой-то человек, которому вы отказались, с кем вы разрушили отношения, ощущения и боль от потери вашей. Как хотел быть победителем, а получилось совсем наоборот. А вы движетесь дальше. А вы победительницей остались, а вы вышли из этой ситуации очень с гордо поднятой головой. А он в своих манипуляциях, знаете, остался у разбитого корыта, остался ни с чем. И вот это вот ощущение, да, оно его терзает и мучит. Возможно, из списка, да, женщин, которых были в него влюблены, вы оказались на первом месте, как первая женщина, которая отказала, которая сняла корону, которая указала на его место, которая отказала ему, такому распрекрасному мужчине. Как-то мужчина вот сейчас, еще ему не зажило, еще он как-то не может вас отпустить,
не может вот как-то переварить вот эту боль потери какого-то шанса на отношения с вами. Здесь очень-очень проходит такая ситуация. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Другие мужчины, как они о вас думают, что они о вас думают? Мужчины, что думают о вас? Ой, желающих, знаете, полегке очень много, но как-то вы не по зубам явно, да? Так, что думают о вас другие мужчины? В окружении есть мужчина, который имеет к вам чувства. Это молодой мужчина, это может быть... Ну, он где-то в вашем окружении, это какая-то компания друзей, или это где-то на работе. Есть мужчина, которому вы действительно очень нравитесь. Но есть такой момент, что вы женщина, несущая разрушение. Вы торнадо, вы вот такой огненный шар, который приходит в жизнь и перестраивает все по-своему. Хочешь ты этого, не хочешь. Вот как-то вот так. И этот мужчина, он хотел бы каких-то перемен, да, в ваших отношениях. Потому что на сегодняшний день он, возможно, находится в френд-зоне. То есть в приближенных к вам. Он находится где-то, ну вот люди, которые пересекаются с вами, да, а он как бы хотел эту ситуацию изменить, потому что вы очень-очень нравитесь ему, да, ой, да, он хотел бы с вами, знаете, обрести вот эту гармонию, потому что вот сейчас просто как-то растерзан, какие-то перемены, возможно, где-то какие-то отношения этот человек заканчивает и очень хотел бы проявиться к вам. Закончились, да, а закончились они почему? Потому что он видит, что чувства у него к вам. Он вообще видит вас прекрасную женщину, такую, знаете, возможно, кармическую для себя. Этот мужчина наблюдает за вами. Наблюдает, вы такая сильная в его глазах. Я вам скажу, что шаги от этого мужчины будут и, возможно, даже в очень ближайшее время. Давайте посмотрим еще. Мужчины. Какой вас воспринимают мужчины? О. Ну, девочки, это женщина, о которой невозможно не думать, которая не может не нравиться. Она в априори просто притягивает к себе взоры. В общем, да, мужчины вас видят очень эффектной, красивой женщиной. И тут уже идут моменты, у каждого свои блоки, у каждого свои какие-то рамки, у каждого свои какие-то заморочки, да. Кто-то уже попытал своего шанса и где-то там в печали плачет, да, над своими разбитыми надеждами. Кто-то еще, да, предвкушает, но очень боится действительно вашего отказа, потому что знает, что рамки у вас очень высоки. Есть мужчины, которые, да, видят в вас сексуальный объект, которые, ну, честно говоря, вот по семерочке мечей это прийти, взять максимум, ничего не дав. Есть такие мужчины, они есть везде, и они, знаете, прикрываются очень красивыми словами, но я вижу, что эта женщина очень видит и, возможно, даже знает, о ком идет речь. И есть мужчины, которые действительно видят вас вот такой вот элегантной, красивой женщиной, которая создана для наслаждения, для любви, для такого, знаете, вкушения настоящих чувств. Но за эту женщину нужно бороться. И эта женщина, да, во-первых, есть и другие мужчины, которые хотят в отношениях с этой женщиной быть. И вот такая, да, угроза со всех сторон, и дабы прийти к этому пьедесталу, и чтобы эта женщина возложила на твою голову венец и сказала, что ты победитель, ты мой мужчина, здесь нужен карколомный путь, да, здесь нужны серьезные усилия, здесь нужно поработать очень хорошо. Но действительно видит вас женщина, императрица, женщина, за которую стоит побороться, за которую стоит побороться. Я бы хотела спросить, есть ли в вашем окружении мужчина, вот, который действительно может создать с вами прекрасную пару? Давайте посмотрим. Да, вы его знаете, этого человека. Вы его очень притягиваете, соблазняете. Значит, настоящий, да, он может стать вашим императором.
он может стать для вас, для императрицы, настоящим императором, настоящим мужчиной. Вы, да, я бы сказала, что да, есть такой мужчина, и он вас замечает, он вас видит. Будет ли этот человек проявляться? Давайте посмотрим. Будет ли проявляться этот мужчина? Мужчина, с которым вот действительно можно построить прекрасные отношения. Да? Будет ли он? Он еще в каком-то молчании, в каких-то раздумьях, да, как дорога ему закрыта к вам. Угу, не все так просто. Я вам скажу так, что в вашем окружении есть мужчина, который вот действительно хочет действовать, который действительно хочет с вами образовать хорошую, красивую, крепкую пару для серьезных отношений, действительно видит вас императрицей для себя. Но пока что, да, почему-то идет момент, что закрыта дорога к вам, закрыта дорога, и почему-то не все так просто. Какие-то размышления, какие-то еще препятствия есть, которые нужно преодолеть. Но вот старший аркан справедливость говорит о том, что будут действия от этого человека. И будет результат, действительно, он будет. Но, возможно, не так быстро, как бы хотелось. Не так быстро этот человек проявится. Итак, давайте посмотрим дальше. Общая картина. Как к вам относятся люди? Да? Давайте соберем все карты, поставим только вашу сигнификацию и посмотрим. Общая картина. Как к вам относятся люди? Как вас видят? Как вас видят люди, окружающие вас? Очень умная молодая женщина. Такая, знаете, бойкая, быстрая на подъем, активный человек, который, знаете, вот лишних слов не говорит. И да, да, очень обворожительная, вот действительно нравится, умеет себя подать, умеет нравиться, красиво разговаривает, привлекает, манит, имеет некий магнетизм, который привлекает и мужчин, и знаете, так притягивает взоры женщин. Здесь идет момент, что вы одаренная, одаренная какими-то талантами, возможно, даром настоящим. Вас видят женщины для пары, для таких очень красивых отношений, что с вами действительно, знаете, радость присутствует, радость, тепло в зимний холодный день. То есть вас видят женщины для прекрасных отношений, интересная, сексуальная, очень даже привлекательная женщина. Но вот такая, знаете, некая острота. Острота на язычок, острота в каких-то мыслях, рассуждениях, своих решениях, отсечь, отрубить, да, не говорить как-то враги, друзья, вот какое-то четкое разграничение. И здесь идет момент, как бы не попасть к ней во враги, потому что эта женщина сжигает в пепел, да, не оставляет ничего на своем пути. Какой вас видят, да? Возможно, видят, что на сегодняшний день в вашей жизни какая-то остановка, и, возможно, мысли печальные, и, возможно, какая-то ситуация тяжелая у вас в жизни. Ну и я бы сказала, что вы совсем справитесь, вы совсем справитесь, вы очень одаренный человек. И из этой ситуации вы тоже сможете выйти, какой бы сложной она ни была. Но вообще-то вас видят очень одаренной, красивой женщиной, которая украсит жизнь любого мужчины, наполнит его жизнь огнем, страстью и любовью. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!